Ну что, с чего начнем? Давай. Старые футболки, да? Старые футболки, что их показывают? Белые, 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 белые. Адидас старенький. Этот, наверное, года полтора-два назад купил. Полтора. Все, остальное пошло новое. Примерно там полгода, 8 месяцев назад, 10 месяцев назад. Так. Первое, сиреневое. Все цвета разные. Стараюсь, чтобы не повторялись. Зеленый, бирюзовый, темно-зеленый. Да? Вот это, видите, майонез капнул, шаурма, и так и не отстиралась. Это, по-моему, единственное обосранное так сильно. Эти тоже однотонные. Желтый, розоватый. Это, кстати, нулевая. Пару недель назад только в спортмастере купил. Она такая растягивающаяся. Ну, материал сам такой хороший. Дальше. Дальше. Следующие варианты футболок пошли. Симпсон череп. Ну, в принципе, все. Евгений Бесценин, для всего остального есть мастер-карт. Ну, можно показать еще кофточки. Кстати, из 90-х свитер. Вот эти три кофточки, наверное, лет 10 назад я в них тусил. Очень мне нравились. Очень удобно в машине зимой было ездить. Такие тоже от дождя, типа, если. Это кофе с молоком. Но это уже свежак. Все с капюшоном эти. Ну вот, в принципе, и все. А вот этот, кстати, идет как костюм вместе со штанами. Он с теплыми. Как-то так. Всем пока.